Ребятки, всем привет! Решила я снять ролик. В общем, как все началось. Посмотрела я в интернете, как готовят плов с бурого риса. Купила бурый рис, я вот показывала вам. Я не буду снимать фирму. Вот, что за фирма. Купила бурый рис. Все-таки, думаю, полезно. Мы сейчас на ПП. Вот, а плов мы любим. Ну, так как он низкокалорийен, он очень полезен, в нем очень много витаминов. Вот, решила все-таки приготовить плов. Купила я хорошее мясо, хорошую вырезку конины. Вот, а конина, как знают казахстанцы, что у нас в Казахстане, это самое дорогое мясо. Вот, решила приготовить плов с конины, с бурым рисом. Посмотрела в интернете, все люди прям нахваливают, так очень вкусно. Но нигде в роликах я не видела, чтобы он был каким-то рассыпчатым, так как вот мы привыкли кушать плов. Я готовлю плов, он у меня всегда рисинка к рисинке. У меня очень много рецептов на канале плова. И на костре, и дома я готовлю. Вот, никогда у меня проблем с пловом не было. Вот, варила я его где-то 1 час 50 минут. Он варился, но был жесткий. Я пробую, он жесткий. Выделяется какая-то жидкость с него, клейкая. В общем, плов получился полная Г. Это не плов, это какая-то ПП-каша на любителя. Вот. Но лучше сидеть голодным, я так считаю, либо скушать 100 грамм какого-то узбекского плова с вкусным рисом. Я так думаю. Вот. Что я делала не так, не знаю. Не знаю, ребятки. Кто готовил с таким пловом, с таким рисом, подскажите. Может быть, я делала что-то не так. Но я делала все так, как я всегда делаю. В общем, так, ребятки. Пришла я к выводу, что не надо бросаться на рекламы. На вот эти вот, что это очень вкусно. При ПП питании. На ПП можно сидеть, но можно кушать вкусную еду. Но не такую, абы что получилось. Короче, мы остались голодные, а собаки наши счастливые, ребят. Тем более, что плов был приготовлен с самых дорогих продуктов. Это оливковое масло, бурый рис, один из дорогих круп. И конина, ребят, ну не считая морковки и лука, чеснока. В общем, выложу я ролик. Я не хотела выкладывать ролик. Ребят, ну я выложу ролик. Вот. Может, кому-то нравится. Но я проверила рецепт. Это полная фигня. Полная фигня, ребят. Не знаю, больше я так с таким рисом связываться не буду. Не знаю, что я с ним теперь буду делать. Но я посмотрела в интернете, как его готовят. Но там нужно большое количество раскаленного масла. Его кидают прям в масло. Хорошо промывают. В масле хорошо пережаривают. Доливают воду, солят и долго готовят. Тогда, может быть, он получится рассыпчатым, рисинка к рисинке. Вот. Но он будет жирным. Тогда какое это ПП питание? Не знаю. Не знаю, ребят, что с ним делать. Вот. Ну, что-то буду делать, не знаю. Может, на кашу пущу. Может быть. Посмотрим. Может быть, рассольник сварю. Скорее всего, может быть, на рассольник он пойдет нормально. Ну все, ребятки. Короче, сняла я так вот рецепт. В общем, как вы думаете, права я, не права? Стоит ли доверять все, что пишут, все, что нам рекомендуют, и все, что готовят и показывают. Короче, я всегда показываю то, что вкусно, и то, что невкусно. Плов получился полная фигня. Ребят, не готовьте. Это полная фигня. Плов с бурым рисом. Ребятки, готовлю плов сегодня. Плов у нас из конины. Да, такая постная конина. Видите, даже вот жира-то особо нету. Вот, на оливковом масле. Вот, не хотела снимать, правда, но думаю, ладно, сниму, что мы кушаем. И у меня такой вот бурый рис.
замочила его. Вот, еще горстка оставалась у меня пропаренного риса, но думаю, не пропадать ли. Да, добавлю все это. Наш пловик. Все, ребятки, готовлю. Диетический плов с конины. Конина очень полезное мясо, если вы не знали. Так, ребят, добавила специи. Добавляю соль по вкусу. Специи тоже по вкусу, но я добавила мускатный орех. Добавила пряную соль. Сейчас добавлю карри, приправу карри. Вот. Ну и все, ребят. Вот и все. Все, ждем. Сейчас перемешаю. Тщательно. Так. Теперь добавляю воду. И все это пусть прокипит прямо на большом огне. Где-то минут 20. Видите, от конины прям темный бульон. Вот. Но это ничего страшного. Все, 20 минут прокипит это все дело. И потом я добавлю рис. Так, ну все, ребятки. Наша конина протушилась. Смотрите. Ну, темный бульон, ну да. От конины темный бульон. Тут уж что не сделаешь. Так, отправляем рис. Рис у меня бурый. Я уже говорила об этом. Так, все, выравниваем. Вот так, ребятки. Все красиво. Красивенько. И в серединку, конечно же, головку чесночка. Все, ребята, ждем. Наверное, минут 30.